Спиннер – это мини-тренажер для пальцев, в центре которого расположен подшипник. Чтобы привести его в движение, необходимо двумя пальцами держаться за внутреннюю часть и раскручивать внешнюю. Возрастных ограничений у этого гаджета нет. Придуманный в конце 90-х, в 2017-м он получил свое распространение. Как и многие трендовые вещи, своей популярностью спиннер обязан интернету. Тысячи видео с различными трюками разошлись по социальным сетям, вызвав интерес не только у школьников, но и у студентов. Спрос породил предложение. В интернет-магазинах можно заказать спиннеры всевозможных цветов, размеров и форм. Продавцы утверждают, что вращение успокаивает нервы и улучшает мелкую моторику. Крутить забавную игрушку можно дома, в транспорте или на улице. Я просто заметил, что у моих друзей по несколько, у одного два, у одного три, то есть... много спиннеров, и я тоже захотел купить, причем это, ну, дешево стоит, то есть в районе там 150 рублей и чуть-чуть дороже. Ну, и я покрутил, ну, и мне показалось, это забавно, это расслабляет. Находятся и те, кто в погоне за трендом идет на преступление. На днях пара молодых людей взломала киоск в районе проспекта Строителей. Помимо канцтоваров, похитители украли и два спиннера. По горячим следам, недалеко от места происшествия, полицейские задержали подозреваемых. Двух молодых людей 16 и 18 лет. При личном досмотре у задержанных был изъят похищенный товар и орудие взлома «Гвоздодер». В настоящее время по факту корыстно-имущественного преступления проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Увидеть спиннер в руках у ребенка сегодня обычное дело. Многие расставаться со своей игрушкой не хотят ни на минуту. Опасения по поводу пагубного влияния новомодного гаджета возникают не только у родителей. Роскомнадзор инициировал проверку спиннеров на предмет вреда психическому здоровью несовершеннолетних. Психологи советуют родителям не запрещать вертушку, а следить, не перерастает ли увлечение чада в зависимость. Данная игрушка никакого развития под собой не несет. Она просто что-то новое, необычное, что, естественно, хочется потрогать, попробовать, положить на полку и об этом забыть. Никуда вперед это не продвигает. Это удовлетворяется навык любопытства. Может быть, немножко какой-то манипуляции ручной. Достигли этого? Замечательно, хорошо. Массовые запреты на распространение спиннеров вряд ли введут. Мода на них, скорее всего, закончится сразу же, как только появится новый трендовый товар. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.